В сельских округах Актюбинской области формируют местные бюджеты. В одном из них на средства из местной казны провели уличное освещение, разбили и озеленили 3 парка. Прорабатываются и другие вопросы, требующие финансирования. Самостоятельный бюджет местного самоуправления с 2018 года будет внедрен в 50 сельских округах региона. У нас все вопросы коммуникации решены, то есть газ, вода полностью у нас решены. А сейчас уже мы переходим к таким моментам, что нужно решать вопросы уличного освещения. Да? Эти работы проводим, подвоз учащихся, там подведение небольших коммуникаций для конкретного объекта, не затрачивая больших денежных средств. И это все будет решаться нашим местным населением. Закон также предусмотрен механизм контроля жителями расходов бюджетных средств путем проведения мониторинга. Таким образом, предусмотрен механизм, позволяющий планировать и контролировать расходы бюджета с учетом интересов местного сообщества. Это является основным, получается, принципом, который, по нашему мнению, и повысит эффективность не только использования, но и сбора поступлений, которые будут направлены на местный бюджет 4-го уровня.